желтые такие, я желтых не видел таких в Болгарии. Много. Просто вот так. То есть собирают здесь гораздо? Собирают, собирают и продают. Нет, Болгарии. А, две колеи. Река разделяет швед и дорогу. Вот крест там на самом верху крест, видите? Да, да. Самый лучший вид отчаяния. Вот и видите, хорошо. Маленький. Городный даже нужен. Я и так рукой мешаю обзору. Там, в принципе, не страшно. Там только время от времени. Вот когда... видок, да? Расскажи, красота. Красота. Это что-то невероятное. Безумно красивые Карпаты. Я в них влюбилась. Потому что ты еще в Болгарии не поездила. Ну, поездила, но там много ездить можно еще и еще. То есть я же была в Великобритании. Родопы самая красивая. Родопы на миллион Родопы, раз, чем да. Карпаты. Ну, мне страшно ехать в такие горы. Да, вы в следующий раз в Родопы поедете. Да, обязательно. Да. Вы же ездите в Родопы, да, Янка? Да. Ты да. Можешь ездить? Да. Пещеры, Яволовское горло, Ягодинская пещера. Да вы что? Триградское ущелье, Буйновское ущелье. Слушайте, это на целый каньон день. Реки Воджа. На целый Все. День или как? На целый день. На один день, да? Да, да, да. Слушайте, ну надо поехать. В следующем году надо надеть себе. А почему не в этом? Пересыщение информации.
Мы в Синае уже. Вчера отсюда. По этой дороге ехали. Угу. Сейчас свернем наверх. Дома. Да. Уникальные дома. Каждый по-своему красив. Да, вот с архитектурой здесь вообще. Да, я снимал ту сторону, здесь будут это красивое. Это здание. Большие комнаты. Это в самом конце города, но высоко. Ну, это интересно. Ой, какие улочки. Нищая Румыния. Навесные балконы. Синайский монастырь перед нами. Какое интересно было посмотреть, да? Вот подъемники, видите, угу. Куда ведут один, там второй, третий, рядом, так, прямо. Как официально этот храм называется? Храм? Ой, не храм, но дворец. Пелеш. 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 Речка такая там, Пелеш называется.
это примерно здание там для охраны было. Он внутри находится дальше. Ага. Надо забить это первый раз. Смотано. Нет, я думаю, что можно оплатить и снимать. А, да, вы же замок.
Please have a look and then we'll continue.
This is the king's office. There has a general decoration, the furniture, the family ceiling made of walnut behind one workshop from Hamburg. Behind you, the portraits of the first royal couple of Romania. On the right side, King Harold. On the left side, Queen Elizabeth. They had only one child, a princess, Mary. She died of the age of 4 of scarlet fever. They never had another child, and then the king adopted a nephew, Ferdinand. He became the second king. He came also from Germany, from Sigmaringen. He married with a princess, half Russian, half English, Mary of Edinburgh. They had 6 children. The first child was Carl II. He became the third king of Romania. And cartels on the right side, the audience desk, where the king was standing in order to make the visit shorter, to solve more problems every day. Special guests were having a seat in these loggia for private conversations. The other paintings are copies after the Rembrandt. Oh yeah, I'm sure. Second section. Fresh air during the summertime, with an air conditioner.
Конференция.
glass down, you can see giving it like behind you, the forerunner, our starting point, we have made a visit around it. Я вас... Ребятки, встаньте вместе. А я бы посмотрела бы вокруг замуж. Ну, пойдем. Очень красиво, очень богато, конечно. Угу, конечно. Ну, вполне можно даже вернуться сюда еще раз, еще раз погулять. В неограниченном количестве времени. Так. Ну, так, так что всем пока. Наслаждайтесь красотой. Запомните. Да. А позже я нашел там пойду. Тут долгую тур я буду по кастелу. Вот она. Это то королева Елизавета?
Угу. Ну пойдем еще на ту сторону сходим, мы там не были. А это выход и есть уже. Вот это выход, вот здесь вот. Мост. Помогу. Король Румынии. 48 лет. Не знаю, вам целомети. Посмотри на меня. А ты на свой муж сфотографируешь? Кто мне пришлёшь? Какой хороший. Оглянись. Подожди, мы же здесь заходили, да? Да. Вы же здесь заходили. Да. Пойдем. Dacă vrei, merg acum și îți arăt cât de cât. Nu uitam. Dar încă să mă bai? Nu uitam. Nu uitam. Все современное построение. Ну, все красиво. Это нельзя, это часто. А, все. Это нельзя. Часто. Она с той стороны такая, как будто одно, а оказывается здесь два дня. Она, понимаешь, вот как ёлка вроде с одной стороны, но она более такая, смотри.
Угу. Иду, иду. Мы гуляем в городе Синай. Да, лучше смотри, какие куплю. Фонтаны. Это центр города Синай. Просто красиво. Примария, да. Синая. Мэрия. Подожди. Синая. В конце 19 века
здесь, когда заканчивается, он искусственно построен в начале середины 70-х годов.